Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем изучение курса «Асинт по-русски для чайников». Второе видео третьего раздела будет посвящено поиску информации о том, откуда звонили. В этом нам поможет сайт «Найти номер». Для выяснения этого вопроса в поисковое окно надо ввести номер, с которого вам позвонили или про который вы хотите что-то узнать, и посмотреть, что же есть в системе по этому номеру. По данному примеру информации не оказалось, но выяснилось, что звонок исходил из Швейцарии. Система предлагает оставить свой комментарий. Я написал, что такого-то числа с этого номера поступил звонок в Россию. Теперь на сайте останется это сообщение. Как видите, сайт очень быстро определил страну, откуда поступил звонок. Если бы в системе была информация об этом номере, то я бы прочитал имеющуюся информацию. Позиционирует себя как русская служба для обнаружения неизвестных телефонных номеров. В правой части экрана вы можете увидеть информацию о последних оцененных телефонных номерах. В следующем видео мы познакомимся с мобильным приложением поиска телефонных номеров и спам-блокировок Truecaller. Большое спасибо за внимание. До новой встречи.